Зима в горах – удивительное время. Здесь хочется дышать полной грудью и наслаждаться красотой и буйством красок. Именно такой пейзаж увидела и затем написала на холсте жительница Барнаула Анна Путинцева. С самого рождения у Анны аутистическое расстройство. Поначалу занятия рисунком для нее были сложным этапом терапии, и ей было трудно даже удержать в руках кисть. Теперь это занятие стало любимым делом ее жизни. Заниматься начали в 3 года, но она не писала, ничего не рисовала. И в 6,5 лет первый раз написала натюрморт. Но мы изучали с ней историю искусства изобразительного. И вот она, видимо, ее это допекло, вот это вот изучение. Может быть, завидно стало, что люди пишут. И вот она первый раз написала 2 натюрморта. Каждый мазок – отражение внутреннего мира художника. Девочка увлеченно писала акварелью, и когда Ане было 15, бабушка разглядела в ней особый талант. Было решено записать девочку на курсы живописи в Политехническом университете. Там Аня начала рисовать не только пейзажи, но, как сама признается, свои любимые абстракции масляными красками. Закрываясь в своей комнате, она создает картины удивительной красоты, в которых главное – яркий цвет. Сейчас у Ани проходит персональная выставка в арт-галерее «Бандероль». Здесь более 100 работ юной художницы. У нас в городе не особо много мест, именно 18+, где могут развиваться и в творчестве реализовываться именно такие люди, что странно. Опять же, для детей есть группы, а для взрослых нет. Но мы своими силами, как можем, так Аню поддерживаем, общаемся. Сейчас Ане 18. Она окончила школу и увлеченно пишет картины. Также занимается музыкой, катается на лошадях, литературно переводит с английского и французского. Это 2-я персональная выставка молодой художницы в Барнауле. Она продлится до 2 сентября. Вход абсолютно бесплатный, но вы можете приобрести понравившуюся картину за символическую сумму и поддержать юную художницу. Екатерина Варкентин, Александр Морозов, Новости.